Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. Сегодня у нас 8 марта, всех девчонок с праздником. У меня сегодня вечерний стримчик на часах начала 10 вечера. Ну и в процессе прямой трансляции Марк, который играет под никнеймом Рву Попочки, прислал мне подарочек. Спасибо тебе, Марк, огромное за поддержку канала в его развитии. Ну и что, давайте будем открывать, порадуемся тому, что там находится внутри. Там, ух ты! Контейнер на кобру и 585 сниппетов. Просто чума, просто неимоверно. Марк знает явно по поводу того, что контейнер на кобру мне присылали несколько раз на одной из предыдущих прямых трансляций, и кобра мне действительно досталась. Но я больше чем уверен, что этот подарочек он больше сбрасывал мне не из-за того, что надеется, что я кобру достану. Хотя, кстати, если кобру достану, то получу некислую компенсацию голдой. А в первую очередь он сбрасывал, потому что я собираю сниппеты на то, чтобы свиндлера полностью прокачать в 100%. Итак, кобра не выпала. Кобра не выпала. Обидно, конечно. Обидно. Было бы неплохо сейчас 5 косарей голды поднять на ровном месте. Но, к сожалению, как есть, так есть. Что касается частей на кобру, то у меня их 7 из 30. Там еще пахать и пахать. Ну а вот что касается свиндлера, то здесь, ребят, история гораздо интереснее. Как вы видите, на моем аккаунте свиндлер открыт практически полностью. И я очень сильно надеюсь, что я все-таки смогу вывести его в топовое состояние. Забираем топовые гусли. И нам осталось всего ничего. Нам осталось, грубо говоря, там 2000 с копейками сниппетов собрать, чтобы открыть топовую пушку. И свиндлер будет у меня фуловым. Ну а что касается Фюнрика, то там еще немножко необходимо 2580, но это уже совсем другая история. Марк, спасибо тебе большое за присланный подарок, мне это безумно приятно. Ребят, я пошел дальше катать стрим, может быть, еще к вам вернусь, если за стрим прилетит какой-то подарок. Ну а если не вернусь, то на всякий случай подписывайтесь на канал прямо сейчас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Друзья мои, прямая трансляция продолжается, и спустя, грубо говоря, там каких-то дополнительных 10 минут Марк решил прислать еще один подарочек, за что я ему безумно благодарен. Без лишних слов открываем данный подарок и радуемся тому, что там внутри находится. Ну, ух, ни хрена! Ох, ничего себе! Ох, ничего себе! 2500 голды, 2 слота в ангаре! 1170 сниппетов и, ребят, иксы в количестве 15 штук, пол ляма серебрухи и бустеры. Ну, прям круть несусветная. Объясню почему. Первое, я собираю коллекцию проходных танков, собираюсь открыть все деревья. И 2 слота в ангаре действительно к месту будут. Что касается сниппетов, вы и так все понимаете. Ну, а про 2500 голды мне почему-то кажется, пояснять отдельно не надо. Я сейчас это все дело забираю. Хочу посмотреть вместе с вами в отношении свиндлера, на каком свете мы находимся, сколько нам не хватает. Здесь у нас еще добавилось, и получается, для того, чтобы свиндлера закрыть, нам не хватает, сейчас ускорить, нам не хватает 970 сниппетов. Круто, круто, Марк, спасибо тебе большое. Друзья мои дорогие, пошел дальше катать во взводе на прямой трансляции. Если вдруг чего, еще раз вернусь. Ну, а если не вернусь, ну, значит, ничего страшного. И уже крутое видео получилось. За что, думаю, можно поставить лайк. Ну, пускай даже не мне, а хотя бы Марку за то, что эти подарочки прислал. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Так, друзья, ну что, зря я прощался, потому что в процессе прямой трансляции решил еще подогреть меня подарочком один из моих друзей, Варбист, который на прямых трансляциях присутствует под никнеймом Лаки, за что, я имею в виду, за подарочек ему огромное спасибо. Варбистик, обнимаю тебя по-братски, по-дружески. Спасибо тебе большое за приятные ощущения, которые даришь. Ну и что, ребят, давайте будем открывать, давайте будем посмотреть, что у нас там внутри. Еще один контейнер на кобру и 975 сниппетов, которые практически вот на долю каких-то там миллиметров приближают меня к закрытию вопроса по свиндлеру. И потом остается
У меня только открытым вопрос в отношении того, чтобы забрать себе Фюнрика, поставить его в ангар, чтобы был, чтобы можно было показывать, что в свое время событие не прошло мимо меня. Что, ребят, будем открывать контейнер на Кобру? Посмотрим, глядишь, сейчас 5 косарей голды оттуда как упадет. Если получу Кобру в виде главной награды, ну и, соответственно, получу компенсацию. Но лучше, конечно, получить 50к голды, и тогда здесь у меня прям совсем разрыв шаблона произойдет. Но, да, вот почти, ребят, рядом лежали 100 золота и 50 косарей. Варбистик, спасибо тебе большое за этот подарочек, за приближение к финишной ленте по танчику. Безумно приятно. И прилетает еще один подарок. Еще один подарок прилетает от Марка. Ух, хорошо. Ух, хорошо. Блин, слушайте. Не успел попрощаться, да и в принципе и слава богу. Ну что, ребят, давайте подарок от Марка открываем. Че у нас здесь? Сейчас закроем Свиндлера стопудово. Да, я же говорил. 1170 сниппетов. Это 100% закрывает Свиндлера. И опять дополнительных 2 слота в ангаре и целых 2,5 косаря золота. Круто, ребят. Круто. Реально круто. Безумно приятно. Прям вот совсем-совсем-совсем приятно. Так, сейчас смотрим, что у нас там. Не понял, только что ж было все нормально. А, все, все, блин, я думаю, ё-моё, как это так? Не открылось орудие. Все, Свиндлер прокачан, ребят, остался вопрос за малым. Открыть Фюнрика, но, как я говорил, это совсем другая история. На Фюнрика не хватает 1405 сниппетов и Фюнрик в ангаре. Друзья мои, спасибо вам большое за подарочки, безумно приятно. Побежал дальше стримить, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Если вдруг чего, я еще вернусь. Пока-пока.